В зале 14-й школы собрались лучшие учителя района. Именно они будут сражаться за возможность представлять Мозырщину на областном, а в случае победы и на республиканском этапе конкурса. Конечно, мы гордимся тем, что у нас сегодня такая вот есть группа молодых педагогов и педагогов среднего возраста, которые уверенно чувствуют себя как педагоги, которые знают великолепно методику, которые используют психологические аспекты деятельности. И я надеюсь, что в этом году в какой-то из номинаций наши мозырские педагоги займут призовое место. Действительно, с этого года в конкурсе появились номинации, то есть победитель будет не один. Мозыряне заявили себя в 7 из 15 номинаций. Определять лучшего в районе будет жюри. Достаточно большое – 45 человек. Это участники и победители конкурсов прошлых лет. На легкий путь к победе участники не рассчитывают и уже давно готовят себя не только теоретически и практически, но и морально. Анализируются и прошедшие конкурсы. Просто очень жесткая конкуренция. Вы должны понимать, что Гомель, он обладает тоже очень весьма мощным интеллектуальным потенциалом. Есть таланты и во всех уголках нашей Гомельской области. Может быть, в какой-то момент не хватило внутренней какой-то прочности. Может быть, не хватило какой-то изюминки, которая бы понравилась жюри. А может быть, не хватило и общей какой-то подготовки. Мы прорабатываем каждый год, анализируем эту ситуацию. В каждой школе созданы рабочие группы для помощи и поддержки участников. Поддержать своих учителей призываются и дети с родителями. Районный этап конкурса завершится 31 января. Только после этого будут известны имена тех, кто приблизился к победе еще на один шаг. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».